Ну, с машиной все понятно. А какая ситуация с квартирой? О, с квартирой здесь намного интереснее ситуация. Разберем вот так. В самом элитном поселке, как бы, ну, в простом даже элитном поселке, хорошая трехкомнатная квартира, также возьмем 10 лет. В 2004 году она стоила 1,5 миллиона рублей. В долларах это 53,5 тысячи. Если мы переведем это еще в унции, в золото, то это 133 унции всего лишь. На сегодняшний день та же самая квартира в том же самом поселке стоит уже 7 миллионов рублей. А в доллары мы переведем это 183 тысячи долларов. А если мы переводим в унции, это всего лишь 154. Это разница сколько? 21 унция всего лишь. 20. А если посчитать еще проще? Если мы начнем копить на ту же самую квартиру, то с 2004 года по 2014 год нам пришлось бы добавить 5,5 миллионов рублей. А если в золоте, то всего 21 унцию. Мы переведем это все в деньги, это выходит 850 тысяч рублей. Вот она вся разница, вот она вся простая математика. Еще бы хотел добавить про недвижимость. Многие считают, что свой капитал выгодно хранить в недвижимости. Но не факт, что за те 10 лет, которые мы брали в расчет, квартира, во-первых, возрастет в цене, во-вторых, она останется целой, невредимой. Это соседи, это квартиранты, это стихийное бедствие, это взрывы и так далее. Квартира может просто ваша исчезнуть. Ну а в золоте, я думаю, вы уже поняли.